это единственное, как сказать, окно, чтобы посмотреть, что творится в подвале. Так как там это самое, сам подвал закрыт, ну вот там уже что творится. Там как бассейн. А под подвал ключей нету, туда попасть невозможно. Периодически заглядывая в эту дыру, жители дома удивляются и ужасаются, что находится под их квартирами. Полный наполовину, он должен быть пустой, а он полный, отсюда даже видать. Запах от этой жидкости настолько сильный, что люди вынуждены сутками держать подъездные двери открытыми, хотя и это уже мало помогает. Дышать невозможно. Ночью просыпаешься, запах, такой чувство, что живешь в туалете. Приходится открывать окна, а сами знаете, сейчас на улице как холодно. А не откроешь, считаешь, что не будешь спать. И мало того, голова болит. Мы закрываем дверь в комнату, где мы спим. Окна открыты, а холодно спать. А выхожу в прихожую, в коридор, это вообще запах ужасный, вот мочи этот. И меня начинает, естественно, все тошнить от этого запаха. И когда собираешься на работу, наши вещи там висят в прихожей, как даже думаешь, это же вот все идешь и думаешь, наверное, от тебя тоже будет вонять. Помимо ужасного запаха, люди уверены, что эти испарения наносят вред их здоровью. Это очень вредно. У меня медицинское образование, и я знаю, что раньше вот тем уборщицам, которые убирали туалеты, платили за вредность, вот именно за этот запах, потому что происходит полное отравление организма, когда дышишь. А мы тут всем домом этим же самым дышим, представляете? По словам жителей, проблемы начались после того, как управляющая компания провела капитальный ремонт в подвале. С тех пор люди со своей бедой ходят по замкнутому кругу. Они говорят, да, ваша заявка висит, проблема решаема. Я говорю, а кто в этом виноват? Вот водоканал виноват. Я говорю, в смысле, колодцы грязные. Звонишь водоканал, да, заявка есть, мы почистили, с нас какой спрос. Все, никто вроде бы не виноват, все нормально. Каждый выполнил свою работу, а проблема есть. Она есть и остается. Несколько раз водоканал все-таки приезжал и откачивал воду из переполненных колодцев и подвала. Однако подобной меры хватает лишь на пару дней. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». 25 лет в жизни города, в жизни каждого.